девчонки. Рад вас поздравить с прекрасным весенним днем. Весна наступает, цветение грянет, радости много, счастья будет. И думаю, и для вас тоже быть очень женственными, нежными, добрыми, смиренными. Девчонки, забыл. Со своими пожеланиями сейчас придет к вам мой друг и еще один друг. Вы их сейчас увидите и узнаете. Сейчас они придут. Чудным днем и пожелать вам походки красивой, чтобы шубка ваша всегда была пышная, нарядная, модная, и чтобы вы очень были дружны с мужчинами своими, как я со своей медведицей. Будьте счастливы. До встречи, девчонки. Девчонки, привет. Это я, Вован Гномыч. Меня ваш Вован Разгуляевский послал, пригласил, вернее, поздравить вас с весенним вашим праздником. Я из подземелья вышел, поэтому зонтик у меня, чтоб снегом не засыпало. Ну, чё вам хорошего, доброго. Да, будьте вы всегда красавицы. Всегда... всегда любимицы. Приходите к нам в гости в подземное царство. Познакомлю вас со своими гномесами. Ну, счастливо вам, девчонки!